Перед началом данного видеоролика, ребят, хочу к вашему вниманию представить увлекательный и крутой канал Пика. Парень очень старается, у него очень крутые превью, очень интересные видео. Я, ребят, сам подписался, так что вы делайте так же. Ссылка есть в описании, ну а мы, ребята, продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент АПК хотел бы вам показать переписочку, как меня, это я, Кент АПК, меня пытался обмануть очень, ребята, доверчивый школьник. Пытался меня, ребят, обмануть на аккаунт, но Кент АПК голова еще та, поэтому, ребят, кто кого обманул, вы увидите сами. Так что, ребят, кому нравится подобный формат, а если вам понравится, то я, ребят, вам обещаю, что я сниму продолжение. Пожалуйста, ребят, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь и, пожалуйста, ребят, нажмите на колокольчик. Давайте, если наберем много лайков, то я обязательно сниму продолжение. Ну что же, поехали, поехали, поехали. У вашего кента есть фейковая страничка. И, ребят, на этой фейковой страничке я поймал одного мелкого обманщика. Ребят, читаем переписочку, он мне пишет: ты хочешь тычки? Не привет, не пока, сразу, ребят, прямой вопрос в лоб. Тычки надо? Ну, ребят, ну, конечно, надо, вы обижаете меня, конечно, надо. Пишет мне: скидывай. Я спрашиваю: а что скидывай? Пароль и логин. Я такой: чё? Вы тыфы? Какой логин и пароль? Он пишет: скидывай логин и пароль, если хочешь тычки. Ребят, самое интересное то, что... мать моя женщина, этот человек даже не знает, как правильно пишется слово «тычки». Черт возьми, ты маленький разводил, тебе сколько лет-то? Дальше я у него спрашиваю: а какие тычки? Он мне, ребят, пишет: галактик. Ну, ребят, тычки галактик — это, в принципе, неплохо. Неплохо, неплохо. Дальше, 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 дальше. У меня, ребята, есть только один вопрос. А какой смысл ему, да, давать мне тычки просто так? Вот какой смысл? Читаем дальше. Ты дебил! Просто так! Блин, ребят, это круто, да? Как же я люблю таких школьников. Ох, меня еще и обозвал, да? Попытался меня обмануть. Ну, давайте, ребят, читаем дальше. Просто так, чтобы ты играл нормально. Хочешь или нет? Если нет, то пока. Ну, ребят, ну... вы так посмотрите, да, на грамматику этого юного разводила, ребят. Видно, что у парня явно пятерочка по русскому языку. Ладно, читаем дальше. Я пишу: извини, а то думаю, мало ли, еще обидится и свалит куда-то. Я у него спрашиваю: а что такое логин? Ну, короче, ребят, решил включить дурачка. Так, а он мне пишет: ты что, не знаешь, что такое логин? Я говорю: да не, ну откуда мне знать? Ну я парень с села, что такое логин? Я не понимаю. Потом он мне пишет: я сейчас скину скриншот. И опа-на, опа-на, он мне, ребята, скинул скриншот своего логина. Рука-лицо, ребята, вот это фейл. Так, мы уже знаем его логин, нам осталось узнать только пароль. Дальше я у него спрашиваю, что это такое. Потом, ребят, я решил, короче, над ним пошутить, написал, что мой логин Кент АПК лох. Кент АПК лох Mail.ru. Потом он спрашивает: а какой пароль? Я говорю: а где он? Он мне отвечает: ты чё, забыл? Я ему пишу: а ты скажи мне свой пароль. Сейчас, смотри, сейчас, сейчас, смотри. Напиши мне свой пароль, а я вспомню, какой пароль у меня. А, вот это, ребята, хитрый, да? Прошу, чтобы он написал свой пароль, дабы я вспомнил свой пароль. О, вот я, ребят, хитрый. А теперь, смотрите, самый большой трэш. Его, походу, ребят, мамка позвала кушать, пишет: ща я покушаю, окей? Я ему пишу: пиши пароль. Ща покушаю. Напиши пароль, и я покушаю. Мой пароль написать? Да, чтобы я свой пароль вспомнил. Короче, ребят, сейчас будет самый-самый большой трэш. Я не знаю, как такое возможно. Ребят, читаем дальше. Короче, ну, кто не понял, мало ли кто в танке, или мало ли кто-то не умеет читать, мало ли у меня есть такие подписчики. Я ему пишу: напиши свой пароль, дабы я вспомнил свой пароль. То есть, ну, поняли, да, ребят? Ну, тупо на школьника развод. И, ребят, внимание, он мне написал свой пароль. Ребят, я ору. Опа! Вот это мы развели школьника, да? Вот какой хитрый парень пытался развести меня, но, ребята,
Но не тут-то было. Кент ПК сам его развел на пароль. Ребят, нормально, да? Ох, ох. Как же я люблю этих школьников, ребят. Как же я люблю этих школьников разводил. Ну и, короче, дальше я начал игнорить. Он мне начал отправлять всякие смайлики. Но, ребята, суть в том, что... Блин. Я зашел на его аккаунт, и все работает. Я в шоке. Как можно быть насколько недалеким? Блин, ребят, вот если вы наберете много лайков и просмотров, то я просто с большим желанием сниму продолжение этой рубрики. Ну а вам, мои уважаемые подписчики, я вам скажу только одно. Никогда не ведитесь на подобные разводы, а также, ребята, никогда никого не обманывайте. Ну что же, ребята, всех люблю. Ну, по-братски имеется в виду, по-братски, то мало ли подумаете, ребят. Всем удачи, всего хорошего, обязательно поставьте лайк, обязательно, ребят, подпишитесь на мой канал и обязательно поставьте колокольчик. Ну что же, а с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока!